Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов предложил жителям республики принять участие в конкурсе «Это у нас семейное», посвященном семье и традиционным ценностям. Участниками конкурса могут стать семейные команды из 4 и более родственников, представители не менее 3 поколений – дети, папы и мамы, бабушки и дедушки. Каждая семья может рассказать о своей истории, традиционных семейных ценностях, передающихся от поколения к поколению. Наша республика всегда славилась крепкими союзами, большими и дружными семьями, трепетным отношением к старшим и воспитанию детей. Нам есть что показать и есть чем гордиться. Предлагаю каждой семье из Карачаева-Черкесии объединиться в команду, зарегистрироваться на сайте этосемейное.рф до 4 ноября этого года и принять участие в конкурсе, тем самым внести свой вклад в сохранение семейных ценностей и представить родную республику на достойном уровне.